Любовница Путина получит свое шоу. Изгнанная с Первого канала Андреева намекнула на новый проект. Экс-ведущая Вести явно не останется без работы. Прошлой осенью самая популярная и бессменная ведущая Вести с 20-летним стажем Екатерина Андреева покинула Первый канал из-за необычного вкуса у начальства. Какой конфликт с вышестоящим руководством подкосил карьеру звезды и едва ли не символ телеканала, неизвестно. Однако слив Андреевой произошел на фоне слухов о романе с самим Путиным. Предполагаемые любовники знакомы давно, еще со времен работы в Генпрокуратуре. Совместный скачок по служебной лестнице, компрометирующие кадры и душевное интервью связывали президента и звезду канала. Видимо, не просто так он сделал ее ведущей прямой линии с Владимиром Путиным, а ведь втереться в доверие к президенту не так-то просто. Может, они и не были связаны близостью, а лишь дружили, однако на фоне зарождающихся подозрений о тайной интрижке от Екатерины плавно избавились, а загибающийся первый, по слухам, начали готовить в подарок Алине Кабаевой. Уже в марте гимнастка стала владелицей 29% акций первого и потеснив Эрнста фактической хозяйкой канала. А ведь именно Кабаеву считают новой супругой президента и матерью двух его детей, что и объясняет возможную неприязнь к Андреевой. Примечательно, что экс-ведущая новостей, похоже, также не осталась без роскошного подарка. Изгнанная с Первого канала Андреева намекнула на новый проект о путешествиях. Недавно звезда завершила свое странствие по самым необычным и интересным уголкам России, откуда делилась завораживающими кадрами и интересными рассказами о буднях местных жителей. Сейчас Екатерина исследует иностранные курорты, откуда также щедро делится кадрами. Создавалось впечатление, что она копит материал на новое шоу, в котором будет делиться деталями своих странствий, и сегодня звезда подтвердила это предположение. Екатерина намекнула на новый авторский проект о путешествиях, пообещав впредь делиться своим опытом не только в Инстаграм. Она явно готовит сюрприз фанатам. Так неужели любовница Путина получит свое шоу, которое станет подарком от предполагаемого возлюбленного? Учитывая то, как президент щедр к Алине Кабаевой, не исключено, что Андреева наконец получит желаемый дар за унизительное увольнение с Первого канала.